Друзья, всем привет! Продолжаем мы знакомство с деревянными конструкторами, и сегодня у нас новая модель от бренда U-Gears. Кстати, это одна из самых популярных моделей. Спорткар U9 Grand Prix. Если кто не в курсе, U-Gears выпускает деревянные механические модели. После сборки все модели имеют подвижные элементы. Машинка, к примеру, имеет заводной механизм и способна ездить вперед или назад. На моем канале есть уже 4 интересные модели, подсказка на плейлист будет в описании. Ну а теперь давайте приступать к распаковке, посмотрим комплектацию. Стандартная упаковка для U-Gears, которая мне реально очень нравится. На лицевой части мы видим нашу модель, которая в процессе сборки у нас получится. В левом углу у нас есть вот такой вот QR-код, отсканировав который, вы можете посмотреть видео на YouTube, что в конечном итоге, как будет выглядеть данная модель. С тыльной стороны упаковки спецификация на различных языках, опять же QR-код, отсканировав который, вы перейдете на сайт U-Gears и сможете посмотреть, какие доступны еще модели. Ну и вот как примерчики, еще несколько моделей. Вот такой вот грузовичок с различными вариантами прицепа, трактор, хард-игра, и также у нас указывается, что данный конструктор для возраста 14+, и 348 деталей. Не так давно я собирал просто бомбический конструктор, это был тягач VM03, и там было 541 деталь. Мне тот конструктор просто безумно понравился, моделька просто суперская была. Поэтому, кому интересно, подсказка на плейлист будет, как и говорил в описании, там же и будет видос с этим тягачом, обязательно посмотрите, реально классная тема. Ну и один из приятных моментов, как только мы вскрываем упаковку, сразу приятный запах дерева. Блин, я это повторяю в каждом видео, но серьезно, это очень приятный запах, мне безумно нравится запах вот такой вот фанеры. Комплект из 6 вот таких вот пластин, из которых мы будем, как всегда, выдавливать наши детальки. Кусочек воска для смазывания подвижных деталей и всех механизмов. Пакетик с различными резинками. Здесь есть резинки маленькие, с которыми я уже работал. И вот такие вот широкие. Это, скорее всего, там на колеса будут одеваться для сцепления с поверхностью. Кусочек наждачки. Ну, как я всегда и говорю, что, во-первых, этого кусочка вам вряд ли хватит, так как большинство деталей все-таки придется зачищать для того, чтобы они хорошо соединялись и ничего не поломать. Я, допустим, пользуюсь пилочкой для ногтей. Ей, во-первых, проще счистить и быстрее. Ну и стандартно для таких подвижных моделей это комплект зубочисток для соединения различных деталей. Ну и вот, собственно, наши пластиночки. Как и говорил, здесь 6 пластин. Будем выдавливать все мы детальки и впоследствии соберем нашу модель. Детали, кстати, все достаточно крупные. Я не думаю, что эта модель будет достаточно сложная. И, как всегда, в комплекте идет печатная версия инструкции. Но настоятельно рекомендую перейти на официальный сайт U-Gears и скачать электронную PDF-версию, так как на экране монитора смотреть в инструкцию гораздо приятнее и гораздо проще собирать. Но обязательно изучите инструкцию, так как здесь имеются различные значки и описание к ним, что вам в данный момент в процессе сборки нужно сделать. Это, допустим, смазать детали, разрезать зубочистки, допустим, обратите внимание, что именно вот так нужно поставить детальку, где-то что-то зачистить, зеркальное отражение, то есть перед использованием обязательно читайте инструкцию. Также в комплекте идут вспомогательные элементы для выдавливания различных деталей. И вот, собственно, инструкция. Как вы видите, все пронумеровано, то есть ошибиться достаточно сложно. В инструкции 51 страница, так что я думаю, часиков 10 удовольствия вам точно будет обеспечено. Но не будем затягивать, давайте приступать к сборке.
Примерно 12 часов удовольствия и сборка модели окончена. Модель спорткар U9 Grand Prix мне очень понравилась. Вживую собранная модель смотрится очень красиво, гораздо круче, чем на любых фото и видео превью. Модель большая и очень детализированная. В общем, прекрасное дополнение моей скромной коллекции деревянных конструкторов. Капот открывается, внутри детализированный двигатель с поршнями. Красивая приборная панель. Маленький открывающийся багажничек. Руль вращается и поворачивает переднюю пару колес. Также передняя пара колес имеет подвеску. Коробка передач переключается, имеет три режима: вперед, нейтральное положение и назад. Спереди имеется отверстие для завода машинки вот таким вот комплектным ключом, который нам также нужно собрать самим. И главное дополнение к гоночной машинке — это вот такой вот милый кубок победителя. Однозначно рекомендую данную модель к покупке. Собирать можно как и взрослым, так и с ребенком. Удовольствие от сборки и совместного времяпрепровождения вам точно обеспечено. Все необходимые ссылочки вы найдете в описании к этому видео. Всем удачи, всем пока!